Поклонники бывшей жены футболиста Ольги Бузовой никак не могут простить Тарасову измену с Анастасией Костенко. Комментаторы считают, что новая супруга спортсмена не умеет даже держать ребенка, и ей надо записаться на курсы материнства. Свои негативные эмоции подписчики выплеснули в комментариях под очередным выложенным спортсменом фото. Снимок сделан на крыльце его загородного дома. Дмитрий с собакой сидит на ступеньках, а его супруга держит на руках новорожденную дочку. «Мои девочки любимые, скоро вернусь», – подписал фотографию футболист. Под этим фото комментаторы также написали, что ростовская модель – третья жена Дмитрия, так что вполне может повторить судьбу предыдущей супруги футболиста. И уже в который раз любимые. Я каждый раз смотрю и любуюсь. Каждая новая жена моложе и краше предыдущей. Ждем четвертую. Написали комментаторы.